Всем привет, я Валерий Летенков. Был в KFC на Мичуринском проспекте, ТЦ фестиваль. Столкнулся с хамским поведением персонала, сейчас объясню почему. Дал 1000-ю купюру, сказали, что она фальшивая, разорались на весь торговый центр. Аппарата для проверки купюр у них нет. Отсюда делаю вывод, да, что или пишите тогда, вешайте табличку, что принимаете, отпускаете товар только по безналичному расчету. Да, или приобретите такой аппарат. Могу сделать вывод, с учетом того, что даже нет денег у них на данный аппарат, они могут обвинять покупателя неизвестно в чем. Скорее всего, качество там с каждым днем становится все хуже и хуже. Поэтому всех хочу предупредить, не ходите и не ешьте в этом фастфуде. Мой знак такой. Я зашел в Сбербанк, купюра была абсолютно нормальная и никакая не фальшивая. Поэтому не знаю, откуда набирают таланты по проверке денег руками в KFC. Всем пока, спасибо.